Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Илья. Сегодня поиграем в игру под названием «Привет, сосед». И цель нашего сегодняшнего видеоролика очень интересная. Так, опять шипение какое-то произошло, ну ладно. Взлетаю я. Я взлетаю и делаю, наверное, звук потише, да, потому что как-то не особо. Короче, мы сегодня будем селиться в одном очень интересном месте. Простите. В холодильнике мы будем селиться. Но для начала, мне кажется, там надо прибраться. До нас, к тому же, уже сосед засек. Для начала пишем команду change size. Так, вот написала change size. Давайте 0.2. 0.2. 0. Да где точка? Вот, точка 2. Все. Все. Так, летим вверх. К холодильнику. Здесь наша задача будет поселиться. Надо сначала все взять с собой. Еду складировать. В место, где у нас будет комната, кухня. Так. Как он меня словил? Это невозможно. Как он научился двери, что ли, открывать у холодильника? Я не знал, что сосед в этой части умеет двери от холодильника открывать. Или это просто какой-то баг. Знаете, игра как бы с очень ранней версией сейчас. Так что много багов. Он рядом. Он рядом. Берем фонарик. Фонарик берем, выкидываем. Куда я кинул фонарик, я не знаю. Молоко. Так, давайте его, знаете, куда мы складируем? Сюда. Иду всю на второй этаж. Там, допустим, у нас будет кухня. Так, сосед где-то близко. Близко. А мы складируем еду в угол. Угол, еда. Непослушная какая-то. Иди в угле, стой. Постой. О, кстати, фонарик. Вот. Словил. Фонарик нас словил. Сосед, он, наверное, где-то здесь сейчас будет ходить. Часто, потому что он в те места, где ходит часто игрок, он на них потом туда постоянно ходит. Кому сегодня скоро в школу, пишите в комментариях. Мне скоро в школу, через некоторое время, очень скоро. Ладно, ребят, ищем кресло. Вот кресло и телек. Нам надо телек и коробку. Но основные вещи как бы беру. Телевизор ставлю. Надо поставить, например, в этой комнате. Например. Например. Так. Кресло не особо хочется у нас ставиться. Поэтому надо постараться. Надо постараться поставить. Не буянишь. Ты чё буянишь? Надо буянить. Ничего, разбуянилось здесь кресло, понимаете ли, перебуянилось. Так. Я иду с молоком. О, туалет. Стол. На нем мы будем обедать. Кухня. Вроде бы здесь где-то. Сосед. Словил. Как он меня словил? Так невозможно. Так не бывает. Звонок. Динь-дон. Так, он убежал? Да, я надеюсь, что он убежал. Сет убежал, это плюс. Так, молоко. Нет, этим не так. Куда поставим писюар наш? Писюарик. Так, сначала стул поставим. Сначала стул, а потом лампу наверх.
Лампа здесь должна стоять. Где лампа? Куда она? Он открыл дверцу холодильника. Он может открывать двери холодильника, оказывается. Я не знал. Я не знал, что можно открывать дверцы холодильника. Он, точнее, он может открывать. То, что их можно открывать, так это я знал, конечно, но все равно. Это очень странно, все загадочно. Лампа грохнулась, надо ее подобрать. Поставить сюда. Все, будет нам подсвечать здесь. А то еще без света жить. Это как-то минусно. Нет, зачем сюда залетел? Нет! Так, ладно. Возьмем там всякую фигню. Фигню-мигню. Например, стол. Какое нафиг кресло? Не надо мне кресло, стул мне надо. Ой, стол. Какую картину? Вот эту. И пока мы залетаем вверх, хочу вам сказать, что скоро будет, наверное, стрим 8 числа, он, наверное, будет. Да, 8 числа, в принципе, он будет 8 числа. 8 числа у меня будет стрим. Стрим. Стрим, мы будем селиться на кладбище у соседа. А пока что я поставлю стул для Маши. Для Маши она будет здесь кошеварить. Не здесь. Здесь мы будем кушать. А она, пожалуй, будет блинчики себе жарить. Где-нибудь мяско, котлетку печь. Наверное, где-то здесь, к краю. Вот, сидеть такая себе деловая. И блинчики, да, это, да, мясо печь. Печь мясо. Ну что, есть такое мясо, которое пеку? Картина! Картина! Провалилась куда-то. Ой, мне кажется, сейчас нас поймает. Вон картина. Так, а здесь у нас жилая комната, прям спальня. Поэтому сюда поставим шину. Кстати, видели, там был у нас туалет. Ведро. Да. Туалет тут. Ой. Так, бежим. Бежим, летим. Еще надо коробок. Коробок больше надо забирать. Так. Ой. Так, бежим. Давай. Ой, а почему коробка здесь образовалась? Непослушная какая-то коробочка. Нынче попалась нам. Так, ладно. Хэ-хэ-хэ. Так, еще коробочки надо. Вот здесь полно коробок. Берем, все четыре возьмем. И улетим куда подальше. От соседа. В холодильник. Самая верхняя полка, где у нас зал, получается морозильник. Так. Да что они все на кухню хотят идти? Кухня вам не дом. Слышали? Кухня вам не дом. Альфа вторая она уже. Скоро уже, может, числа. Не знаю, какого числа будет последний видеоролик по этой части. Но он будет, в принципе, 14 числа. 14 числа он будет, да? А я пока кидаюсь коробкой в соседа, чтобы от него убрать. Он все равно меня словил. Так нечестно. 7 числа, значит, у нас будет как бы последнее видео по этой части. И там погуляем по подвалу. Там просто есть еще коридор. Мы дальше вот этой вот столика и картине заходили. Так, зачем я сюда зашел? Не за этим. Зачем? А, за подушкой. В этой части есть подушка, но где? Где в этой части подушка, которую можно взять в руки? Здесь подушка бутафорная. Где-то я помню, отчетливо помню, что в этой части есть подушка, которую можно брать и швыряться. Нет в этой части подушки такой. Нету. Она же в другой части была. Блин, нас из-за этого словили, из-за этой подушки. Ладно, получается, наш дом готов. В принципе, наш дом готов. Сейчас я вам его покажу хорошенечко. Сейчас кухня. Здесь у нас зал. Мы будем здесь обедать. Вот. И да, это все в холодильнике.
Вы не ослышались? Это все реально в холодильнике будет. Не будет даже, а есть. Вот так вот. Наш домик выглядит такой, как... Это как домик Барби, можно сказать, да? Видели наверняка все такие домики. Поэтому мы пишем команду walk. То есть ходить пешком. Гулять пешоком. Пешоком. Так, короче, ходить нас не особо получится. Но я пишу, значит, команду cost или ту. Вот туда вот. Комнату с самым высоким потолком. Это зальная комната, там у нас гостиная, там проходят гости. Сидят, смотрим телевизор, да и мы тоже с этим, с Машей. Закрывай! Сидим, смотрим телевизор. Да прыгать я туда не могу сам. Значит, надо подлетать. И сосед наш, как он меня поймал? Ногами еще протоптал. Хорошенько всем убил. Так, ладно. Заходим. Здесь у нас дальше кухня. Так, я что-то порушил. Я понял, я слышу, что-то порушил. Так, там сосед еще рушит. Сосед, уходи отсюда. Уходи. Драпай. Чего? Так, там вот наш домик. Я желаю всем, я прощаюсь, всем удачи, всем пока.